Народ, всем здорово, с вами был Лык, вернее, дядя Никит. И вот я просто взял, хотел прям вот, взять камеру и тупо походить с камеры, поболтать на камеру именно. Ведь, ну, просто настроение такое, хочется просто побазарить на камеру. Да, кстати, там Спартак висит. И сейчас я буду смотреть сериал, и вообще хотел вам показать бы, что купит школьник на 100 рублей. Это сейчас очень модно на Ютубе, и типа, хотел вам показать, что я купил на 100 рублей, которые у меня были, и именно в Пятерочке у нас в таком магазине есть Пятерка, и там все дешево, типа там вот такое есть цены, и как меня чуть ли не наебали, именно там же в Пятерочке, именно в этот же день. У меня камера вырубилась, просто говорю, вот так присаживайтесь поудобнее, одеялко наложите, там заварите чайчик, как раз готовится для вас просто взрыв ролик. Идем на кухню, я вам все буду показывать. Короче, вот мы на кухне, и сейчас я поставлю камеру, хочу вам показать, что я купил за 100 рублей. Первое, это я купил попкорн как раз к сериалу. Не знаю, сколько он стоит, ну, рублей. Писал 27, но не знаю, за что там накинули, сколько там. 27 рублей, чуваки. Кстати, на минуточку, он, какой я и хотел, сладко-соленый. Дальше, чуваки, семечки. Но они стоят где-то 39, я их уже вскрыл, я их немного поел, они вообще крутые. Дальше, творог с такой вот херней. Не знаю, сколько он стоит, рублей тоже 30 стоит. Того уже, и вот уже получается 107, но там писала другая цена, и я еще взял морожку. Вот, она стоит, она где 19, что ли. Мне вышло, короче, 125, мне пришлось один товар убрать, и в итоге со скидкой, с этой всей херней получилось именно то, что я должен был, по сути, заплатить 150, а я заплатил тупо 100 или 99, сколько там рублей, вот за это все. Всем, кто сейчас будет есть, приятного аппетита, а я сейчас беру нектаринчик и буду его кушать. Ну, в общем, я показала, что купил школьник на 100 рублей. На 100 рублей можно реально купить столько и наесться прям вот пипец как с головой именно на одного. Вот это вот всего на одного. Очень как хватит на двоих. Может быть и не хватит. А вы любите тратить деньги там, купить колу там рублей за 50 какую-нибудь. Это все фигня, чуваки. Пятерку приходите, там все дешево, там, блин, красную цену покупаете и все, и потом тупо целый день жить. Ну, сейчас я буду делать себе покушать. Всем приятного аппетита, а я погнал смотреть сериал. У нас вчера лил целый день тупо дождь, жесткий прям дождь лил. И сейчас немножко что-то просвет какой-то есть, и сейчас я думаю, пойдем погуляем. Футбол, я запишу для вас контент. И готовится, кстати, еще один контент. В общем, влог такой коротенький получился, я вам сказала, что купит школьник на 100 рублей. Сейчас, кстати, 13:15, я недавно совсем проснулся. У меня очень жесткий график, то есть я могу не спать до 5 утра, лечь, а потом проснуться где-то ближе к вечеру, ближе к дню. Сейчас ближе к дню проснулся. Ну и сейчас немножко отойду, посмотрю сериальчики, проснусь и потом пойду гулять. Всем спасибо еще раз и всем пока, чуваки.